Добрый день, мы сегодня на проекте «Дом-2», мы ищем свою любовь. Это Евгений, ему 23 года, он гардеробщик. Это Наташа, она делает маникюр, ей 22 года. В общем, сейчас вы увидите, как мы ищем свою любовь. Первый объект. Милые девочки, привет! У нас есть молодой человек, 23 лет от роду, он гардеробщик и ищет себе супругу. Что вы можете сказать по этому поводу? Хорошо. Эй, привет! А вы не здорово. Хотите приобрести жену? Не, я пока просто вхожу один. Я ищу мужа, а он ищет жену. Здрасте, а вы как бы один? Не хочешь приобрести жену? А? Не хочешь приобрести жену? Он хочет мужа. Что такое нервный смех? Вот, он хочет мужа. Коля, ты на мне женишься? Коля, выбирай женю. Нет, первое согласие. Счет 1-0 в ее пользу. Смотрите, уже медовый месяц начался. Что? Давай, говори. А что говорить? Девушка, он очень хочет к вам подойти, но стремается. Я предупреждаю это все. Девушка, вы на мне женитесь? Нет. Почему? Я вам сок подарю. Я еще мала. А сколько вам лет? Мне 15. У вас великое будущее, вы так красивы. Скажите 3 года. 3 года? Вы знаете, уже человек 5 год мне предлагает выйти замуж. Блин, фэр. И ты снова сложился. Ла-ла-ла. 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 Вот пустая надежда, сирень и букет. Может быть, я наивнее всех на планете. Почему? Почему? Ну почему, родной, скажи же! Потому что скидки! Да-да, так не хочется, нет. На пачку, дайте пачку сигарет! Олега! Здорово! Хочешь приобрести себе жену? Недорого. Зачем? У меня же есть кандидатура, спасибо. Милые сектантские девочки, у меня к вам вопрос. Не нужен ли вам муж 23 лет от роду по профессии гардеробщик? Перспективный. Нагладного гардеробщика, между прочим, иметь. Если он нас согреет, то пожалуйста. 1-1, блядь! Все умилились. Да, я сейчас приду на фестах. Вот, давай. Давай поженимся. У меня есть приданное, шарик. Мне кажется, у него пропал дар речи. Он офигел от твоей красоты. Именно так. Почему нас здесь снимаете? Привет, а я необычно вас снимаю. А у вас семья? Да. Втроем живете? А вы с ними живете? Я пришел в семью. То есть вы с ними живете? Возьмите меня. Вы все вместе живете? Да, семером? Да. Я буду восьмой. Возьмите его восьмым. Берем. Блин, тебя взяли, между прочим. Потери. Нравится мой шарик? Он злой. А может быть поженимся? Я на шариком. Со мной, блядь. На видео? Ах, на видео. Беги, беги, беги. Мы поженимся. Там. И мы счастливы. Там. Ой, очень. Пока, друг. А теперь у нас интервью. Расскажите, что это за ковер-самолет у вас? Это реально ковер, на котором мы на Хабаре можем лететь в Москву. А вы так и прилетели в Москву? Нет, не в Москву. Мы прилетим завтра. А, то есть утром рано. А вы откуда? Из Кишинева. А я из Ашхабада. А первый раз в Москве? Не хотите замуж за него? Первый раз. Встретились здесь сегодня. У вас любовь? У нас котята. Где? Где, покажите. Вот, смотрите. Котятки в студию! Ой, какие! Это вам. Спасибо! Это же котятки! Сюда, чистки! Спасибо! Ты мне камеру заслонилась!
Это мама кошка. Это Юлька. Юлька хочет замуж. Запись идет. Ты чё? Привет. Давай поженимся. Нет. Давай. Милые девушки, здравствуйте. Вы случайно, вот именно вы, кстати, не ищете ли себе мужа? Возможно. Посмотрите, это Евгений. Ему 23, он строит карьеру гардеробщика. Он будет удивительным мужем, и вместо этого унизительного шарика у вас будет целый живот с ребенком. Стоит вам только выйти замуж за Евгения. Он не унизительный. Давай. Так, интимно звучит. Меняешь шарик. Это что-то значит. Это почти обмен кольцами. Вы согласны, да? Возможно. Кажется, мы нашли приданное для наших будущих семей. Я чуру беру вот эти джинсики. А вы давно белочка? Какая я вам белочка? Вы что? А кто же вы? Это Нека как Нека. Я не... А вы хотите замуж Нека как вас там? Я не Нека, я кошка. Хорошо. Не хотите ли вы замуж за этого гардеробщика? У меня есть жена, спасибо, и она прямо у него за спиной. Скажите, а вы вдруг жена этой женщины? Вон той? Да. А вы не хотите замуж за нашего гардеробщика? Нет, зачем мне есть жена? Мне это достаточно. Тебя продинамили, лошара. Девушка! Я не умею кататься на велике. Это очень концептуальный ответ. Он просто видел, как я падаю. По-моему, ничего не видела. Ну все? Нет, ты говоришь, что хочешь. Да что такое? С тех пор, как я увидел ваши губы и вас. Да! Да! Если рвется страсть! Я согласна! На руки, на руки, на руки! Да, я тебя! Она согласна! И вы счастливы! Да, все, теперь крыша, короче. Понял? Понял. Сейчас. Давай, ну, Витя. Крыша. Блин, стрёмно. Поехали, давай, родной. Витя, мы с тобой. А, подожди. Не, Витя. Вот тут, на самом деле, меня просто попросили. Он врет. На самом деле, просто ищу свою любовь, но вот... А вы чужая, да? Но вы все равно счастливы! Желаю вам удачи и счастья. Спасибо. И вам найти, да. Ваша любовь. Спасибо. Блин, ну вы как в телевизионном шоу, ребят, вы чего? А ты уже принял положительное решение о моей кандидатуре? Да? Мы женимся? Правда? Вот свидетель, что пора. Подними ее на руки, подними на руки. Ну не обманет. Как тебя зовут? У него нет слова, представляешь? Ну как уже он счастлив. Мы счастливы. И мы счастливы! Ребята, зачем вы сжигаете красный флаг Советского Союза? Ребята, вы против власти и политики. Это не флаг, ребят. Это панталоны! Я маленький апельсин! И мы счастливы! В их розовые сопли залили весь экран. Я хочу футболку с лозунгом. Я ненавижу Дом 2! Я ненавижу Дом 2! Я ненавижу Дом 2! Я ненавижу Дом 2! День из жизни идиота. Все домохозяйки, новая Санта-Барбара в русском варианте.